В Видновской гимназии состоялось родительское собрание. Специально к этому дню учащиеся подготовили концертный номер, с которого началось мероприятие. Мир всегда наполнен светом, ведь у нас есть семья, где уют зимой и летом, где любовь, детский смех, настроение хорошее у всех. Видновская гимназия скоро отметит свое 30-летие. За эти годы она неоднократно подтверждала статус одного из лидеров образовательных учреждений Подмосковья. Несколько лет была победителем областной программы «Умная школа», а также вошла в рейтинг 500 лучших школ России. В 2019 году мы поучаствовали в смотре, в всероссийском публичном смотре среди образовательных организаций, в которых участвовало почти 22 тысячи участников, и мы стали победителями этого конкурса. Для нас это очень приятно. В специальной презентации были отмечены личные успехи учащихся и их преподавателей. Также директор гимназии рассказала о клубах дополнительного образования, работающих в школе. Уже несколько лет здесь развивается проект «Родной край как территория образования», в рамках которого ученики узнают об истории Ленинского района. Родительское собрание было приурочено к приближающейся дате – 90-летию Ленинского района и Московской области. Присутствующий на встрече первый заместитель главы администрации муниципалитета Дмитрий Волков рассказал, что к будущему юбилею ожидается расширение помещения школы. Мы уже имеем проект, мы имеем финансирование в госпрограмме «Пристройку к Видновской гимназии». Я могу сказать, с одной стороны, это кажется пристройка на 250 мест, но когда смотришь этот проект и смотришь масштаб, она фактически по площади существующей Видновской гимназии. Также Дмитрий Волков отметил важность участия родителей в общественной жизни гимназии. Самых активных из них ждала памятная награда – медаль к 90-летию района. По завершении общешкольного собрания все родители разошлись по классам, чтобы там продолжить диалог с классными руководителями. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.